Нам что, заходить туда? Без понятия. Белый экран. Да, белый экран. Я здесь так же, как и ты, первый раз в жизни. Ладно. О. Тихо-тихо. Оружие новое показали, наконец-то. Она этого не ожидала явно. Ну все. Fortnite в космосе. А, это я. Да, у каждого свой персонаж, да, там. А, я думал, только я буду. Нет, у каждого свой персонаж. Блин, классно. Можно управлять, да? Да, можно управлять. Статус систем. Ну что, все, каждый, я думал, мы вместе будем все. И что мне надо делать? Ничего, Эми, подожди. Статус систем. Навигатор и ретранслятор вышли из строя. Все отключено. Либо координаты врут, либо вы очень далеко от дома. Дома больше нет. Она меня забрала. Да, она всех нас забрала. Здорово. Сейчас, тихо. Тихо. Или вы. Ах, крути! Голова бургер. Я в каком-то... Ва! Мы все в каком-то мире. И что мы должны здесь делать? Драться? Нет, не драться. Не драться, ждем. Я вижу. Забрала, что дальше? Все, подходи ближе к сфере в центре и все. Ты все делаешь правильно. Продолжай. В центре, которая. Внимание! Найдите и соберите все фрагменты эпицентра. Блин. Я отдала им? Интересно. Я упала. Это нормально? Не знаю, наверное. Ты меня обратно телепортует. Все нормально. Если упасть, все нормально. Ничего не будет с тобой. Эти шарики-то. Так,
Блин, как прыгнуть до того шара? Я не долетела, я опять упал. С другой стороны, короче, дальше. Блин. Передо мной что-то ничего не приземляется. А я вижу шар. Эми, отчет. Энергия эпицентра восстанавливается. Так. Вперед куда? Ну, в смысле, что? Подготовь костюм к слиянию и отключись. Отключиться? Одна из нас обязана выжить. Что? О чем это ты? Увидишь. Я тебя не вижу. Я прям рядом с этой сферой вижу. Я не вижу. Опять сферу надо искать. Ну, блин. Ты что, в снеговику? Я только сейчас заметила, Паша в снеговике ходит. Возьмите меня, да, наконец. Блин, прикольно было. Выглядело классно. Ничего. Ладно. Надо еще где-то искать. А что за угроза мне висит, угроза? У меня тоже висит, дай забей. Бросьте снежок кома в того-то, того-то. Того-то в того-то, а в кого? Блин, я хочу тоже снежок. Там что-нибудь новенькое появилось еще? Нет? Забег вот тут есть, только забег есть, но я не понимаю, куда бежать. Фламинго. Я возьму фламинго. Классно. Я провалилась сквозь текстуру, да? Замечательно. Курицу, курицу надо найти. Блин, курицу надо найти, притащить ее. Здесь, кстати, не так много игроков, если посмотреть. Это, скорее всего, просто одна сессия. Ну, возможно. Я, кстати, тебя вижу. А тебя нет. У меня светящийся рюкзак. А, и все, вижу, здесь вижу, вижу.
Где необычное дерево, о котором говорили? Нет, а где необычное дерево, которое, о котором говорится здесь? Вот. Вот оно, вот это. А вот это? Вот оно. Ну вот оно. Все, я поняла. Я поняла. Вам с командой надо восстановить эпицентр, пока никто не догадался, эпицентр? Что мы уязвимы. Ну так я же уже их собирала. Что, опять? Надо собирать. Выбора нет. Слияние возможно фрагменты, только после полного восстановления эпицентра. Туда и... Она притягивает все больше островов. Дальше продолжаешь. Да. Мы должны восстановить эпицентр. Ты будешь я проигрывать вообще? Банан стоит. Банан. У меня персонаж завис. Найдите себе фрагменты, бросьте курицу в эпицентр и вернитесь с доказательством. Дайте мне курицу, ладно. А, здесь еще один стол. Ладно, мне курицу нужно. Да не поняла. Курица не упала туда. Мне что, надо слишком близко подойти, что ли? Я так понимаю, она будет все острова притягивать так. Я, короче, бросила курицу в эпицентр. Меня отбросило из эпицентра. Я, короче, в эпицентре оказалась, внутри. Вернитесь с доказательствами. У меня там никакие доказательства. А, мне дали доказательства. А куда их? Фермера, что ли, отдать? Мне, короче, мясо дать. Все острова будут притягивать. Это будет, наверное, просветить очень долго. Ну, очень долго, да. Это башни ползут, нет? Нет, по-моему, уже. Я принесла доказательства. Кулера. А где искать кулера? Тоже нет. Нет, не имею. Вообще, что за задание? Может, мне надо у него как-то попросить? Ладно, еще. Какая сфера нашла? Блин, я запуталась от курицы. Этот лесной чудик про тебя спрашивал. Не знаю, при чем тут я, но передаю как есть. Кто там еще у нас появился с... Леший. Пятая.
О! Я превратилась в шина. Блин. Я надеялась, что он прыгнет на мне. Если это возможно. Блин, а что нужно сделать? Подождите. А больше ничего, только. Ну ладно. Я надеюсь. Еще что-то можно делать. А этой у меня штуки еще нет. Ладно. А-а-а, я поняла, поняла. Там еще что-то есть на том берегу. Сейчас. Я сферу нашла еще. Здесь людей меньше стало. Они ливают, потому что долго слишком. Ой, блин. Да. Рядом с тобой был. Ну, не с тобой. Нет, не с тобой. Нет, с этим, с тиммейтом, который у нас тут. Здесь что-то надо положить, вот это дети. И что, я тут положил? Придумайте, как охладиться пляжным бананом. Снежок. Вот, что-то. Ага, ты знаешь, как далеко ты за снежком? Ладно. А что значит вперед? Что мне надо делать? Курица, иди сюда. Я тебя сейчас запульну. Нет. Охладиться. Блин, за снежком реально бежать. Лучше. Вау. Это куда-то мы перенесли. Я, короче, к чему-то притронулась, и мне показывают, в каком мире. Ну, типа, я в какой-то реальности. То ли то, что ты видела, то ли то, что было. Это то, что было. То, что было, какие были ивенты. Тут еще какой-то череп стоит наверху. Господи, сколько я заданий взяла, ни одного не выполнила. Ой, блин. Я к пляжному банану наконец-то подошел. На, охладись. То есть ты пошел за снежком? Да. Реально? Да. Оббежал пол карты. Кинул в него. Задание охота завершено. Вы выжили.
А, все. А мне пока никакого сообщения. Ну вот, вот он последнюю притягивает, вот смотри. Ну я вижу, что дерево реальности, древо реальности, что ли, что-то в этом роде притягивается. Но мне никаких сообщений не вылазит. Просто... Не, у меня оно было уже. А, ну. Все-таки маленькие островки. Плюс там еще шар есть, так что, скорее всего, будет еще что-то. Уровень энергии радует. Я упала. Эми, если снова увидишь экспериментатора, передай ему, что я знала о рисках слияния. Так, где банан еще раз? Сейчас буду его искать. Выжить нужно всем, а не только мне. Поддерживай уровень энергии и пожелай мне удачи. Я забагался. А я упала с хариком. Я не знаю, не представляю, как к банану подойти и не уронить ничего. Что за прикол? Мне нужно шины. Я могу взять? Нет, не могу. Ладно. Блин. Два одинаковых гриля. Ты гриль еще находил, нет? А. Может, они на одной и той же карте должны быть? Типа просто вот это заныкано. Я забагался. Да я уже поняла, что ты забагался. И возродиться нельзя. Класс, вообще, блядь. Серьезно, да? Слушайте, надеюсь, мы еще увидимся. Ну что? Не знаю. Ну, счастливо. Запускаю слияние. Жестко сейчас начинается. Я летаю. Блин. Мне очень жаль, что ты забабался. У нас слияние начинается. Ты не взлетел? Да. Там же, да? У меня даже персонажа нет. Я просто вот точку смотрю и все. Ладно, потом на ютубе посмотрю, что будет. Ну да, я выложу. Синематик. А, у нас типа железный человек. Конь. Там ведьмак был? Там ведьмак был! Что за? Это, помнишь, я ненавижу порталы? Да. Вот, но это прям жесткая такая Халк! Класс! Я не знаю, кто. Я не поняла, слишком быстро пролетел, очень смутное лицо. Да, я тоже не поняла. Ну да, вот новый остров. Просто из всех сезонов, короче, просто соединили. Зимний биом, боже мой, наконец-то. Классный, да? Да, мне очень нравится зимний биом.